подальше, да. Подальше. А? Ну что, она так красивая, сосочка пляжа. Какая красивая у меня девочка. Да, красивый. Привет, привет, привет. Я вообще забыла, что перископ у меня есть. Давно уже снимал. Уже так, свадьба, мы покажи. Едем. Тигр, это на... Тигр. Вот свой образ ей, ноги вас. И пока, пока. Ну а пока, пока. Детки. Да. Я Саша, в образе... Саша, шикарно, вы прекрасны. Спасибо большое. Где свадьба? Она в прекрасном месте. Очень красивая Саша. Согласен, очень. Самое. Платье покажу. Обалденно, шикарно. Вы все увидите позже. Да. Ну, прекрасное настроение. Мы сегодня солнечная погода. На этой неделе на родительский день выпал солнечный. Прекрасно, это здорово. Свадьба будет очень ярко. Привет, Владивостока, привет. А сегодня у них свадьба, да, у Эллы Игоря сегодня свадьба. В эфире, да, покажем. Что будете дарить? В наше время, лучший подарок – это бабло. Интересно, молодожен увидели, нам тоже интересно. Да, конечно, реальная свадьба, вы чё? Реальная, конечно, не виртуальная. Вот, сегодня... Саша, почему тебя малышом называют? Да. Стрёмная Годзилла, да. Вы не ссоритесь? Нет. Мы не ссоримся, у нас все хорошо. Да. Мы еще едем, поэтому мы не можем вам показать никого. Вот, смотрите, наверное, инстаграм влюбленных. Ой, а вы хотите увидеть девушку Черкасова? Полегче. Я вам сейчас сюда продиктую номер карты. Скидывайте нам. Так, удачи погулять, спасибо. Итак, сегодня прекрасный день солнечный, поэтому свадьба будет в шатре. Наконец-то солнечное тепло на улице, лето настоящее чувствуется. Здесь корреспондент. Ага. Чувствуется настоящее лето. А он поэтому... всегда вот так. Расскажи новости, что пришел Богдан. Да, это неинтересно, это Дом 2, это не особо интересно. Ребят, вам же интересны новости, что сегодня, какой приход, че, как? Короче, интересно. К нам пришли два старых участника, это Богдан Линчук и Иван Барзиков. Вот, Харитонову, соответственно, никто не выбрал. Она пыталась укусить нас, сделать снова из себя жертву. Но показали ей мужики вот так вот. И как бы ее даже немножко осудили в ее вопросе. Так, Богдан пришел никому, Барзиков пришел кому, он к Лене пришел. Ну, кто же ко всем, короче, никому. Опять Дом 2. Вот. Да, и... А интересно новость, про твою погоду? Новость. Конечно, о погоде в Москве, о свадьбе. Ребят, что вам интересно, наш... что на Доме 2 какое или... Какое наше настроение? Нет, подожди, Костя, ты не перебивай меня. Что вам интересно, про Дом 2 новости или какое настроение про... у Саши? Про настроение и про погоду. Дом 2, да, интересно. Видишь, вот, смотрю. Видишь? Ну ладно, рассказывай дальше. Вот, а что? Короче... Клёво всё. Что че еще было? Чуев там. А, Чуев. Мариной. Давай. Рассказывать еще. Рассказывай. Ты можешь ехать и рассказывать? Нет. Мы можем сказать вам, как называют девушка Андрея ласково. Но не будем. Вот, Чуев орал сегодня опять матом. Вот, орёт на Маринку, потому что Маринка без еще как это, доказательств обзывает его мошенником, вот, и так далее. Мне кажется, можно будет сделать выводы все-таки по 1 октябрю. Правильно же? С вами прическа, да, испортилась? Это великолепно. Харитон лезет ко всем, бесит прям. Романец будет, кстати? Романец везде, где алкоголь. Будет. Значит, она будет там. А в каком цвете свадьба? В персиком, вроде как, знаете, да? Что-то вроде. Вот в таком, да. Кому пришли парни?
Ну, парни пришли. Кому парни пришли? Богдан пришел просто, говорит, на проект. Я как бы не выделяю никого. А Ваня выделил мою девочку, кого босс. Кого еще? Кого-то еще? Троих. И Настя. Лисковец. Лисковец, да. А сколько, да, Гозя с... Никто без хрена. Ну что ты? Ой, так, фу, я, так, так. Марина с Богданом. Марина, а Марина, мамина Марина пригласила. Можно вопрос, ребят? Давай, а давай. Вот никто, мы с Харитоновой в паре состоим, или что, почему никто? Вот интересно дальше мнение. Правда, Сашечка похожа на Ситакова? Кость, не надо, мне эти сравнения очень нравятся. Ну, сейчас очень похожа, смотри. Так, а Марина с Андреем мне-то не расстались, да, похоже. А кто у вас... Так, здесь магазина нет? Когда эфир по приходу старых участников? Смотрите, через 7 дней. Так, лупить надо Харитонова. Но Саша с вами согласится в этом. Саша, красотка, люблю тебя. Покажи Андрея. Где красавчик? Вот он, тигр. Тигр. Вот он этот, вот он этот медведь. Всех люблю, я штурман. Костя, ты красавчик, спасибо. Гос, молодец, ты адекватного всегда во всех спорах, Харитонова кукла. Нифига вы могете, ну да. Кто еще из Дома 2? Все там будем. Ебаров. Спасибо за суку. Так, вы красавица, гос, лапочка. Лапочка, мой. Ты моя лапочка. А, Сашка красавица, да, супер, привет, привет, чья свадьба, Игорь и Эллы. А, что, тяжело там на Доме 2? Ой, ноша-то какая ноша. Черкасова, новая девушка, не пьет, он сделал выводы по прошлым отношениям. Да, она у него в завязке. Счастья вам большого. После вчерашнего она у него в завязке. Она вообще-то не пьет. Вообще не пьет, ну да. Вообще не пьет. Вообще не пьет. О, красавчики, спасибо. Андрей, красавчик. О, покажите девушку. Хоть волосики распустились. Так, обожаю вашу пару, спасибо большое. Андрюшка, красавчик. Андрюшка. Ты иди цветы покупай. А где? Хрен знает. Не, по пути поедем. Сказал Маша. У меня волосы начали распускаться, это очень плохо. Все участники приглашены? Я еще не все, мы попали в этот ряд. Элита. Элита. Так. А, ты выйдешь, не заходи. Так. Хорошо. Зачем тебе, говорит, эта мартышка? Ну, потому что она самая лучшая. Мартышка это кто? Мартышка, ну вот, маленькая. Мартышечка. Да сколько вам ехать еще? Нам еще ехать достаточно. Это потрясающий вопрос. Прости сидеть, тратить время на перископ и задавать вопросы, сколько вам еще ехать. Конечно, Черкасов, извините. Что за тачки? Бентли. Что за что дарите? Бабло. Бэтмобиль у меня. Бэтмобиль. Черкасов мобил. Что подарите? Бабло. За сколько зарабатывать на доме? За еду. Работаем за еду. Так, Саша, интересно слушать всегда твое мнение. Молодец! Какой ЗАГС самый лучший? У них что так? Роспись вы знаете, да, вроде? Будет все красиво, я думаю, все будет супер. Вот здесь нельзя бухать, знай. Ого. Сашка красотка. Буду знать, что мне нельзя бухать. Сашка крутая. Сашка сама. Сашка, где ребенок у тебя? Дома с бабушкой. А по да, супер, ты Сашуля. И. Сашуля и. Супер, Сашуля и. Костя устала от них. Устала? Ну что ты? Черкасов не будет с Викой. Когда у нас свадьба? Когда у нас свадьба, Саша? После дождичка в четверг. Пусто. 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 Так, в эфире покажешь свадьбу? Я да. Думаю, покажут. Черкасова не покажем, он спрятался. Ладно, всем было приятно увидеть. Следите за перископом Александры Гозяс, Инстаграм, она будет выкладывать фотки с молодоженами, одна, в красивом платье, да, со мной. Всего хорошего. Прикольно, сладко.
Ну, приколись, попробуй. Попробуй, это будет смешно, да?